а доклад «Маленькое видение», поскольку он, ну, будем говорить, такой информационный, насыщенный информационный, и достаточно много слов и в презентации, но в сборнике докладов и в «Геопрофи» в четвертом номере в актуальном, соответственно, этот доклад уже опубликован, и, пожалуйста, смотрите, и если есть вопросы, и по ходу доклада, и, соответственно, после, буду только благодарна, потому что на некоторых ГОСТах придется остановиться, потому что они имеют большое значение для картографической отрасли, а некоторые направления, которые мы рассматриваем в этом докладе, они имеют еще перспективную такую задачу. И, соответственно, если будут какие-то движения мысли по усовершенствованию, то, пожалуйста, предлагайте, мы готовы к диалогу. Итак. Постановка проблемы. Ну, как в каждом докладе, это постановка проблемы. Здесь перечислены самые важные аспекты, которые должны быть, ну, что называется, закрыты нормативно-техническим и методическим обеспечением работ по созданию и обновлению карты. Ну и в целом работ по, в области геодезии и картографии. Я, как я вам сказала, перечислять не буду, потому что, ну, здесь слова все понятные, и, наверное, поскольку профессиональное сообщество, мы говорим на одном языке, и все это, естественно, понимают. Актуальность исследования – это в том, что поскольку уже про закон 431 говорили, существующая нормативная база в области геодезии и картографии, она требует либо новой разработки, либо совершенствования, актуализации по отдельным пунктам. Ну и, соответственно, аура в картографии была поручена выполнить, сначала была сделана НИРовская работа, геокарта 2020, в рамках которой были разработаны проекты, проекты национальных стандартов, ну, которые затем начали развиваться, приобрели облик уже стандарта ГОСТ-Р и были, соответственно, утверждены приказом Росреестра. Сразу скажу, что нас как специалистов писать ГОСТы никто не учил, и вот наш коллектив, сейчас возглавляемым Беленко Виктором Владимировичем, который здесь присутствует, в небольшом количестве эти ГОСТы разрабатывают. Раньше это, как вы слышали вчера на конференции, это разрабатывал Снегаек, причем отделы и подразделения. Итак, в рамках программы ПНС-2021, куда мы заявились с актуальными, на наш взгляд, темами, которые вот перечислены во втором столбце, эти темы мы в течение года разработали, отработали, провели большой анализ, выявили основные позиции, которые должны быть в ГОСТе, и согласовали с предприятиями нашими дочерними АО «Роскартография», с подразделениями «Роскартографии», и, безусловно, это было все согласовано еще с членами технического комитета 404, куда сначала посылалась первая редакция стандартов, и потом дорабатывалась и
выходила из, что называется, из-под пера 404-го комитета в Росреестр. Это, ой, в Росстандарт, простите, это уже окончательная редакция стандарта, которая тоже некоторые организационные мероприятия проводились, и в целом был вот разработан вот эта серия ГОСТов, которая сейчас как вот в третьем столбце, в четвертом столбце, значит, написана дата введения в действие. Это приказом Росстандарта. Следующая работа, которая велась параллельно с этой работой, это стандарты национальной системы ПНС 2022. То же самое процедура предложений в Росстандарт, она известная. Роскартография предложила, проанализировав большие объемы уже существующих ГОСТов и инструкций, и отраслевых документов, которые сейчас, как вы знаете, в соответствии с законом технического регулирования уже не применяются, есть только международные, национальные и стандарты организации. Вот это темы во втором столбце перечислены и, соответственно, переданы в 404-й комитет. Первая редакция этих стандартов уже прошла свою апробацию, исправляется, и в ближайшее время мы в окончательной редакции будем передавать в технический комитет 404 свои, значит, мысли изложения. Особое внимание, вот, позвольте обратить на третий стандарт, общие требования построения и изложения оформления технического задания на выполнение геодезических и картографических работ. Это вот наша разработка. Встретили много сложностей, и вот еще есть какое-то время доработать. Так что, если из присутствующих есть желание внести свою позитивную лепту в этот ГОСТ, то мы только будем приветствовать и с благодарностью примем все, что посчитаем нужным. Соответственно, работа продолжается. Мы сформулировали предложение в ПНС 2023. Пока эти стандарты, первый стандарт это в 394-й комитет, а остальные стандарты предложены в 404-й комитет. Соответственно, тоже была проведена серьезная проработка нормативной базы, приоритеты выстроены, и вот с таким обоснованием, ну, еще, естественно, с пояснительными записками, все мы отправляли, уже отправили в 404-й комитет. Сейчас подготавливается соответствующее письмо в Росстандарт, и после утверждения Росстандарта мы будем знать, какие работы мы будем выполнять в 2023 году. Соответственно, продумывались и предложения на 2024-2026 год, тоже было предложено нам это сделать. Ну, вот я так систематизировала основные направления, которые мы видим необходимости разработки национальных стандартов. Безусловно, это не все направления. Так что, вот, если тоже, опять же, обращение к коллегам, если есть пожелания, наверняка они будут, необходимости разработки актуальных стандартов на те работы, которые вы выполняете, это, безусловно, будет приветствоваться в нашем центре. Ну, безусловно, мы это все будем согласовывать с руководством. Перспективные направления развития национальной стандартизации в той предметной области, которая была заявлена в докладе. Это поскольку цифровые электронные карты – это
базовая составляющая национальной системы пространственных данных. И, безусловно, вот перечень тех направлений, которые вы видите на слайде, это, ну, самые основные, наверное, те позиции, которые должны быть закрыты в результате разработки и реализации вот этой системы национальной стандартизации, уже может быть дополнены 24-й, 25-й, 26-й год. Соответственно, были в первом нашем, на первом дне конференции вопросы актуализации пространственных данных. Ну, тема эта достаточно уже давно поднималась, но почему-то она не слышится нашим руководством в Росреестре. И темы, в смысле, НИРовские и ОКРовские работы, которые должны, по идее, присутствовать, предвосхищать вот эту работу по топографическому мониторингу. Мы считаем, вообще это должен быть государственный топографический мониторинг, который позволил бы, во-первых, вести актуализацию пространственных данных картографических материалов, это цифровых топографических карт и планов, и, безусловно, при дополнительной разработке и, соответственно, единой электронной картографической основе. Та схема нормативно-технического и методического обеспечения, которая предлагается, безусловно, она достаточно общие тут позиции, но по каждой из позиций есть разработки, причем это они с звездочками помечены, и, соответственно, есть желание, чтобы вот эта система все-таки начала работать после ее проработки, хотя в свое время в Госцентре природы тема эта каким-то, ну, будем говорить, небольшим НИРом научно-исследовательской работы была затронута, и были получены очень позитивные результаты. А экспериментальные работы проводились на трех регионах. Это Краснодарский край, Тверская область и Свердловская область. И вот наши предприятия, на базе которых мы проводили эти эксперименты, в общем, все готовы к выполнению данных работ. Что тут надо? Тоже программное обеспечение подработать, хотя по каждому из этапов мониторинга это было сделано. Ну и, соответственно, общее хранилище, где эти данные должны быть сформированы. Перечень основных источников, которые использованы при подготовке доклада. Ну и, соответственно, закончу свое выступление. Прошу внимательно отнестись к нему. И если есть предложения и пожелания, будем рады их использовать в работе в дальнейшем. Спасибо. Вопросы докладчика. Елена Алексеевна, у меня можно вопрос? Вот у вас представленных стандартах, названиях, есть серия геодезия, картография, картография, цифровая картография. Да. Существует ли где-то в общем перечень? В какую группу стандартов входят эти? Да. А то так совершенно непонятно. А непонятно, потому почему, что... Почему? Что-то отнесено в геодезии картографии, предыдущий слайд еще. Еще предыдущий. Вот. Здесь есть и картография цифровая, геодезия с картографией, материал космической сферы. Геннадий Кирович, отвечу на вопрос витиевато. У нас есть норма контроля, который выполняет предварительный такой анализ
какую группу стандартов, это есть классификация, по этой теме стандартизации мы включаем данный стандарт. Более того, значит, есть геодезия и картография, они существуют. Картография цифровая тоже существует. Картография существует. Мы бы, может быть, хотели еще какие-то еще дополнительные, но нам 404-й комитет говорит, не существует пока. Не существует, я согласен. Да. А поэтому вот трехмерные цифровые планы – это геодезия, картография. Извините, рельеф – это картография цифровая. Это выглядит как-то не просматривается. Геннадий Георгиевич, каверзный вопрос задаете, каверзный. Но, вы знаете, коллектив тоже, по-моему, 404-й в комитете. Нет? Вот. И, соответственно, было утверждено, потому что мы вот, кстати, по этим стандартам, по трехмерным, по процессам создания были обсуждения. Да. Ну и посчитали все-таки это в те группы, которые они запущены, они так подошли. Еще вопросы? Нет? Спасибо, Елена Алексеевна.